Двуголовый змей родился в зоопарке Омского детского эколого-биологического центра. Детеныш древесного питона Ару с сильной мутацией появился на свет 21 января. Но выжить животному не удалось. Из-за особенностей развития гаденыш, как называют маленьких змей-экологи, не смог даже самостоятельно вылупиться из яйца. Эксперты говорят, такие генетические сбои не такая уж и редкость. Однако долго двухголовые особи не выживают даже в неволе со специальным уходом. Омский двуголовый змей стал экспонатом для уроков генетики в детском экоцентре. Мы можем только предполагать, что просто что-то пошло не так во время дробления клеток. Вся полностью кладка составляла 23 яйца. Ну, это вместе с жировыми и с теми, кто не вышел на свет. А живых вышло у нас 10 змеек.